Эй, друзья, всем привет! Финальная часть Resident Evil Gun Survivor. Мы с вами все-таки не Винсент, мы с вами Арк Томпсон, как мы выяснили, от Лота. Кстати говоря, да, мы наконец-то нашли Лота, и мы должны теперь спастись с этой ужасной фабрики. Ладно, выходим в эту дверь. Что же у нас за ней? Все верно! По просьбе моего друга Леона Кеннеди, я прибыл сюда для расследования. О, да! Я вспомнил! Я все вспомнил! Говори правду. Ты ведь шпион, не так ли? Я не Винсент, я Арк. Вот так вот, Винсент — это тот паренек в белом костюме. Собственно, с ним мы и бились на вертолете. Похоже, на ставня с рубильником заблокирована. В принципе, то, что мы Арк Томпсон, об этом нам говорили в самом начале игры, так как мы нашли, собственно, подвеску с этим именем у того самого чувака, когда, помните, мы перешли во вторую локацию после крушения вертолета. Собственно, уже вся развязка тогда и была видна. Ох, сколько здесь ребят ходит. Подгнивших. Так, надо вот этого убить тогда и куда-нибудь вот сюда вот быстренько убежать. Вот так вот. Давайте забиваемся в угол и отстреливаемся из угла. Не знаю, есть ли здесь какой-то отсчет времени, потому что нам говорили, что фабрика уничтожается, нужно спасаться. Но таймера я здесь никакого не вижу. Значит, его и нету. Так, с этой мы в какой сейчас комнате находимся? Мое, кстати, внимание привлек вот этот монитор. Там какое-то очень большое ужасное создание, похожее на тирана, в капсуле. Ладненько. Но они здесь проводят эксперименты. Они следят за какими-то своими существами. Опа, для магнума, смотрите. Патрон для магнума. Спасибецкий за это. У нас, кстати, их уже очень много, мы еще даже ни разу не стреляли. Замок ставней в районе Е открыт. Окей. Так, ставни в районе Е. Это у нас где такие ставни? Закрыто. Здесь какой-то ключ-карту нужно? Нет. Здесь, видимо, все-таки дверь вообще не открывается. Хорошо, идем назад. Но единственные ставни, которые у нас были, это вот в этой комнате, по-моему. Там вот я в начале серии к панели подошел. Вот к этой вот. B03, что-то там. Да, это Е, это зона Е. Тогда ее открываем. Вы нажали переключатель. Опа, и у нас тут растение против зомби. Сейчас мы им покажем, что такое ствол Г. Так, 4, 5, 6. Ну, где-то 6 им нужно всадить снарядов. Пожалуй, сюда вот отбегу. Тактика отступления, не забываем о ней. Ой-ой-ой, доплюнуть? Нет, не доплюнул. Все, готово, ребята. Так, у нас есть один путь, это вот сюда вот. Снова двери с биологической опасностью, со знаком опасности. Keep clean. Что-то про чистоту, соблюдайте чистоту, скорее всего. Ох, это, видимо, вот тот, вот, который у нас на мониторе был. На том большом. Так, не стойте, давайте я пока не буду к ним подходить. У нас здесь что-то есть еще. Ключ какой-то. Главный ключ. Вы получили главный ключ. От чего он вообще, этот главный ключ? И записка еще. Получение материала. А как получить бета-гетеро-нонзертонин? Какие сложные названия. Чтобы создать систему массового производства тиранов, абсолютно необходима большая инъекция чистого бета-гетеро-нонзертонина в процессе культивации генов.
Этот материал один из элементов человеческого мозга. Было замечено, что в основном он производится слизистой оболочкой людей в поздний период формирования их вторичных половых признаков. Также медицинские данные показывают, что этот материал производится в качестве реакции на повышенное производство норадреналина в мозгу человека. Норадреналин – это материал мозга, который производится, когда человек находится в состоянии сильного страха. Так как бета-гетеронанзеротонин, я надеюсь, я больше не встречу это слово, находится только в живом организме, его нельзя извлечь из мертвого мозга. Поэтому лучший способ является вскрытие черепной коробки человека без использования анестезии. Это приведет к повышенному выделению норадреналина. Тогда слизистая оболочка должна быть немедленно извлечена. Винсент Голдман, командор фабрики тиранов на острове Шина. Вы закрыли, как получить материал мозга. Боже мой. Видимо, это самое сильное создание у них вот здесь вот. Я так понимаю, оно в скором времени у нас живет. Кажется, выращенная здесь тварь готова к движению. Боже. Надо бы уходить отсюда побыстрее. Так, у нас здесь что-то еще есть. Так, это выход. Здесь какой-то синий мониторчик, приделанный к стене. Ну, мы нашли с вами ключ, помните? Когда зашли в эту комнату. Это похоже на контрольную панель. Капсулу выращивания. Ой, нет. Это мне нажимать не нужно. Я бы не хотел это нажимать. Так, ладно, я так понимаю, нужно отсюда уходить. А ключ у нас, скорее всего, от той двери, вот, где у нас была комната с зомби с огромным количеством. Потому что я не знаю, куда еще можно применить этот ключ. Так, здесь спавна-то нету? Нет. Я не Винсент. Лжец, а кто ты тогда? Ты Винсент, ты убийца, умри. Почему? А вот и пробудился наш сверхтиран. Я думаю, самое время для шотгана. Причем он так убил этого Энди, просто, знаете, как так? Рукой. Медленно пронзил его, запенетрировал. Анимация здесь лучшая. Лучшее, что есть в этой игре, это анимация. Так, вот наше ружье. Берем его, устанавливаем. Так, все, мы взяли ружье. Все, мы готовы к босс-файту. Так, прямо отсюда тогда я буду его отстреливать. Так, прямо в хэт ему будем ебашить. Это все-таки его слабое место. Ох, ты не попал. Господи, пожалуйста, отойди от нас. Хрен непонятный. Он нас сейчас уже убьет, да? Сейчас он нас уже убьет, надо захиляться. Блин, слушайте, как я ракую сильно в этой игре. У нас есть спрей и аптечка. Но вообще можно, конечно, использовать микс. Смесь, давайте смесь заюзаем. Я так думаю, надо отбегать от него как можно быстрее. Отбегаем, Винсент. Ой, то есть Арк. Я уже привык, что его Винсент зовут. Звали, то есть. Так, выстрел. Готов. Все, готов наш тираж. То есть это весь бой, да, у нас с ним. И это наш сильный босс. Да. Как-то тухло. Тухлицо и запахло. Надо перезарядиться. Комбинируем. Так, ружье. Все. Я думаю, с ружьем сейчас и побегаем. У нас еще есть магнум. Так, из этой двери мы, значит, пришли, да? Значит, все, идем назад. Вот туда вот. В этом месте, кстати, мы могли встретить разных персонажей. Все зависит от того, по какому пути мы пойдем с вами в самом начале.
Он все-таки жив, и он, видимо, стал еще сильнее. С каждой смертью его мускулы растут. Так вот, я не договорил по поводу персонажей. То есть, в зависимости от того пути, по которому мы пойдем в самом начале. То есть, видите, мы пошли через библиотеку, поэтому встретили Энди. Если бы мы пошли через больницу, мы бы встретили, по-моему, того Винсента, чувака в белом костюме. А если бы мы пошли через клуб, то мы встретили бы самого главного командующего тем отрядом, помните? Отрядом Амбрелла, тех людей в черных костюмах с автоматами. Так, ну ладно. Вы применили главный ключ. Заходим. Уже близимся к финалу. Какой звук! Мне кажется, надо бежать здесь. А что здесь такое? Здесь кто-то есть? Это же камеры. Похоже на тюрьму место. Нафиг надо уходить отсюда как можно быстрее. На нас даже никто не напал в той комнате. Странная комната. Со скринером просто. Б4. Мы все ниже. Выдвигаемся. Мы так до центра земли скоро дойдем. Мистер! Садитесь в поезд! Живо! Пять минут до взрыва. Вот, кстати, и наши дети. Наконец-то мы с ними встретились. Опа, для шотгана снаряда. Надо бы взять. Патроны к ружью. Спасибо. Так, окей. Так, надо бы зайти, наверное, сюда, да? Ой, что там нам пишут? Ставни платформы опущены. Вы не можете вести поезд в такой обстановке. Ну, надо вот эту вот панель нажать. Поднять ставни. Так, ну-ка, арк. А вы нажали переключатель. Мне уже непривычно называть его Арком. Всю игру нас называли Винсентом. Так, все, можно спасаться наконец-то. Причем здесь спасение точно такое же, как и во второй части. Я помню, мы там на поезде бились. Что это такое? Это военные. И там еще он, я вижу, один стоит. Наверху он они. Блять, как они дамажат по нам. Так, тихо-тихо, остановись, пожалуйста. Одного, кстати, забыли, вон он багует. Вдалеке. О, нет, слушайте, идите в жопу, я не хочу с вами биться. Нет, нафиг. Мы прям вместе со спецназовцем пойдем, он там у нас завис. Все, залазим, уезжаем отсюда, к чертям собачьим. Эти спецназовцы, они бы лучше бы мне помогали. Помогали убивать зомби, тиранов и так далее. Мистер! Очень резко, прям, знаете, так, на спокойную музыку у нас сменилась обстановка. Такая релаксирующая обстановочка у нас. Так, здесь ничего нету. Надо бы перезарядить свой шотган. Так, сейчас я быстренько его перезаряжу. Так, патроны к ружью. Комбинирую. Все. Идем к нашим детишкам. Так, лифт. Это лифт уже. Видимо, спасительный какой-то, да? Так, ну что, дети, это у нас финал? Окей, D11. Чё, пацаны, как у вас дела-то? Не хотят они нам ничего говорить? Ладно, тогда мы просто молча заходим в эти двери. Ну это опять какие-то лифты. Но он ведет, кстати, нас наверх. То есть это первый этаж. Значит, мы выехали из подземных этажей. Наконец-то. Залезайте в вертолет! Он все еще жив! Ну, приветик тебе, чувак. Да уж. Все-таки нам так и придется с ним биться. Тогда я возьму что-нибудь потяжелее. Например, Магнум. Валера, настало твое время. Вот он, берем его тогда.
Такс, ну я думаю, это все. У нас больше никаких противников, кроме этого, не будет. Так, где он там вообще? Вон он ходит. Ух ты! Да ладно, ты чё, какой прыгучий? Ничего себе он бьет, слушайте. Так, опа, выстрел. И отходим, и отходим, и отходим. В отличие от тех предыдущих противников, он все-таки. Он все-таки очень близко к нам подбирается прыжками. Вообще мимо. Мимо я ударил, ну ладно. Так, кстати, ему как-то надо в бок отходить в эти моменты. Блять, осторожно уже. Осторожно, ладно, будем осторожны. Где он там? Давай, бей тогда нас. Опа, мимо. Опа, мимо. Опа, мимо. Сейчас так и будем с ним биться, ладно. Блин, опять что ли мимо я выстрелил? Да что такое-то со мной? Опа, сейчас уже будет осторожно. Сейчас у нас уже будет осторожно. А, блин, сейчас уже будем из гранатомета по нему стрелять. Ну ладно. Выживаем. А я ему... Я ему не наношу, что ли, повреждений-то никаких в момент его прыжка. Я не понимаю вот этого. Так, опа, мимо. Опа, вот сейчас попали точно, я могу сказать. Вот сейчас опять попали. Вот сейчас не уверен. Опа. Попали, 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 попали. Ну, по-моему, когда от него вот этот дымок исходит, значит, мы попадаем. А, нет, слушайте, смотрите-ка. А у нас еще, что ли, снаряды есть? Мы, по-моему, опять перезаряжаться начали. Ну, это хорошо. Нет, все, снарядов у нас больше нету. Я понял. Берем гранатомет. А, сейчас еще и из гранатомета постреляем прямо в конце игры. О, слушайте, а зарядов-то у нас целая куча. Так что переживать не за что вообще. Ладно, берем тогда вот этот вот. Где он там? Где-то сбоку он по нам пытается ударить. Это все абсолютно бессмысленно. Так, начал. Чепушил, получай. Получай еще, но мимо. Как-то мимо мы ударили. И почему-то от этих снарядов очень-очень ужасный резкий звук какой-то. Ушам дающий. Может быть, их не стоит использовать. Тихо. Мимо. Все, смотрите-ка. Убили мы его. Это все-таки не конец. Ох ты, какой он, смотрите-ка на него. Винсент, ты будешь перезаряжаться? Арк, то есть. Почему он не перезаряжается-то? Так, давайте тогда что-нибудь помощнее, я думаю. Кислотный, например. Заряды кислоты, их 12 штук, вот. Они, по-моему, сам... А почему я их не могу установить? А, их комбинировать нужно. Все. Прям 12 зарядов. Ладно. Мимо. Опа, на тебе кислотных снарядов. Давай, бей нас, чувак, я готов. Ну. Так, я думаю, надо захернаться. А, так, чем нас? У нас красный, зеленая. Заодно скомбинируем тогда. Но все равно уже конец. Не жалко использовать их. Все. Состояние у нас идеальное. Чувак, ты будешь бить? Опа, прямо в это, в сердце ему в это бить нужно. Скорее всего, я не уверен. Но я так предполагаю. Чувак, ты так и будешь за нами вот так вот непонятным образом идти? Все-таки ему, по-моему, нужно в сердце стрелять. Да, у него оттуда кровь идет зеленая. Ну ладно. Давай, ну бей, ну что ты какой, чувак? Не тяни время. Вот так вот, опа тебе, по сердечку твоему. Только оно у него какое-то белое. Он хладнокровный, бессердечный монстр. Мимо. Немножечко мимо ударил, ну ладно. Где он там? Вот он. Опа, не попали мы. Вот сейчас попали. Мне казалось, он двумя ударами должен сносить нас в плохое состояние, но нет. На. Мимо? В смысле? А почему сквозь него-то пролетело? У нас заряды закончились. Тогда берем огненные заряды. Сейчас мы с вами посмотрим на все заряды в этой игре. А, заряжай, все, 12. Ну, я надеюсь, мне их уже хватит до конца этой битвы. Только что-то он не зажегся у нас, не поджегся. Или он горит. А, мимо опять ударил. Ну что я, как у косой-то, господи. Что с моей точностью?
На тебе, чувак. Все, все, мы его убили, друзья. Это конец, все. Фух, какой он сильный-то был. Ну, вернее, вымораживающий. Даже не сильный, а долгий. Долгий пацаненок. Скорее! Мы спасены. Не может быть! Держитесь! Что теперь, мистер? Да, что теперь? Я не знаю. Но не волнуйтесь, топлива нам хватит еще надолго. Друзья мои, это у нас хэппи-энд, это у нас конец. Причем титры какие-то на непонятном языке, похожие на руны какие-то, очень древние. Что же, да, Resident Evil Gun Survivor. Довольно недооцененная игра, недооцененная часть Resident Evil. Классный спин-офф на самом деле. Но все-таки с довольно странной механикой, без сохранения. Возможно, еще по этому факту он не прижился игрокам. Что же, ладно, ребята, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, и до новых игр, до новых встреч!